Из-за угла дома показалась хозяйка. Сколько ей было лет, Алена сказать затруднялась. Сгорбленная фигурка, тощая, с длинными худыми руками и отекшим синюшным лицом, на котором выделялся огромный красный нос. Грязный оборванный халат и галоши дополняли образ. «Тебе чего? За свет платить не буду. Нечем мне. Я говорила уже. Хочешь? Отрезай. Все равно нет у меня ни телевизора, ни телефона, ни пылесосов всяких там», — заявила Людмила, уперев руки в бока. «Не надо свет отрезать. Откуда ни возьмись, появилась девчонка лет 12 с виду. Мам, как я телефон заряжать буду?» «Какой такой телефон? Тот, что тебе Ватька привез, что ли? Так не нужен он тебе. Только жалуешься на нас, да сплетни разводишь. А ну отдай! Ленка, отдай сейчас же!» Женщина потянулась к девочке, пытаясь выхватить у нее старенький смартфон. Девчонка спрятала телефон за спину и отскочила. «Не дам! Ты же его на водку поменяешь, как и куртку, что мне Вадим привозил, и сапоги мои новые, и даже форму школьную. Ты с Катькой своей все на водку меняешь. Вот вырасту и уеду к Вадиму от вас. Достали!» — крикнула девочка, со слезами на глазах выбежала со двора. Людмила попыталась догнать дочь, но с ориентацией после выпитого у нее были явные проблемы. Женщина пошатнулась и чуть не упала. Выругавшись, она вопросительно взглянула на Алену. От нее разило перегаром за версту. «Извините». Алена кивнула удивленной Людмиле и выскочила за девчонкой. Судя по всему, она будет более адекватным собеседником, чем ее пьяная мать. «Лена, Лена, постой, я хочу с тобой поговорить». Алена догнала девочку, которая как раз собиралась свернуть на узенькую тропинку, утопающую в зелени. «Ты куда?» «К озеру», — ответила девчонка. «Там сейчас хорошо. А ты машину лучше убери». Кивнула она на авто, припаркованное у ее дома. «А то мои от нее ничего не оставят». «Поехали вместе», — предложила Алена. Девчонка кивнула. Они заехали в магазин, где Алена купила несколько пачек печенья, колбасы, несколько чупа-чупсов и мороженое. «Это тебе», — протянула она девочке. «Извини, но там больше ничего не было». «Спасибо». Лена рассмотрела покупки и пронзительным взглядом посмотрела на незнакомку. «А теперь выкладывай, чего приехала?» Алена замялась. Все слова, которые она собиралась сказать, теперь казались ей глупыми и нелепыми. Все оказалось совершенно не так, как она себе представляла. Семья любимого была не просто бедной, все было гораздо сложнее. «Чего ты молчишь? Ты же явно не просто так приехала, не для того, чтобы меня печеньками угостить. Ты вообще кто?» Девочка не сводила с нее ярко-зеленых глаз. «Я Алена, невеста Вадима», — вздохнула девушка. «Приехала с его семьей познакомиться. У нас свадьба через месяц, а он меня знакомить с родителями отказывается. Вот я и решила, что он просто стесняется того, что я городская, и семья у меня не бедная, а он из глубинки, да и не богат». «Ну ты даешь», — хихикнула девочка, доедая мороженое. «Приехать в такую даль, чтобы с мамкой нашей повидаться? К ней надо с утра пораньше приезжать, чтобы трезвой застать. А вообще, не зря Ватька тебя знакомить с нашей семейкой не хотел. Девушке из приличной семьи это все не понравится. Это ты еще в доме не была. Там вообще жесть», — охотно болтала Лена. «Мать поменяла на выпивку все, что можно было поменять». «А откуда ты знаешь, что я из приличной семьи?» — тихо спросила Алена. «Так ты ж сама сказала, городская и не бедная. Да и видно по тебе, и одежда, и машина, и маникюр». Лена взглянула на свои черные ногти и спрятала руки за спину.
А о семье я могу тебе рассказать, если хочешь, конечно. Вадька тебе этого не скажет. Он не просто стесняется, он их всех просто ненавидит за то, что они так живут, за то, что ему жизнь испортили, за Кольку. Нас четверо у матери, продолжала она, удобно усевшись на берегу в тени ивы. Светка, а потом Вадим, Колька и я. Светка старшая, она замужем уже. Еще в 16 лет за Гришку Санина выскочила. У них уже двое детей, третьим она беременна. Только Гришка этот тоже пьет, да и Светка любит оторваться. Они то ссорятся, то мирятся, то дерутся, то целуются. К ним даже социальная служба приезжала. Хотели детей забрать. Дали Светке последний шанс. Она, правда, в доме убралась, малых выкупала. Не, она, конечно, пока не так пьет, как мамка. Не постоянно. И есть готовит каждый день. И даже огород у них посажен. Но как только Гришке зарплату дают, так они в загулы уходят. К мамке приходят и гудят целые выходные. Деньги прогуляют, пропьют, и снова более-не-менее нормально у них. Ждут следующую зарплату, не пьют. Светка приноровилась половину зарплаты сразу соседке бабе Маше отдавать. Гришка деньги принесет, она и сразу половину и несет, а на остальные уже гуляют день, два, три. Гришка и не знает, что заначка есть, он денег не считает, щедрый, когда пьяный. Светка потом уже и коммуналку платит, и продукты покупает. Не пропащая она, поэтому и детей ей оставили. Мамка, та не так. Та всегда находит, за что ей похмелиться. Она не пить не может уже. Все то, что Вадим раньше привозил, она пропивала. Даже вещи мои и Колькины забирала и меняла на водку. Сейчас Вадим вещей не привозит. Он к нам вообще не ездит больше. Раз приезжал пару месяцев назад, мне форму в школу купил и пальто. Я их у подружки храню, чтобы мать не добралась. А так Вадька мне карточку оформил и денег понемногу на нее скидывает. На еду. Мамка готовит редко, а у Светки своих детей двое. Вот и бегу я в магазине, хоть макароны и колбасу, печенье иногда. А мать? «Сама живет? А брат твой второй где? Тоже уехал, как Вадим?» Спросила Алена. «Не уехал». Лена посмотрела на Алену совсем другим, взрослым взглядом. «Не успел». Из-за этого Вадим и поссорился с матерью окончательно. Был у нее хахаль. Толик его звали. Противный такой мужик, злой. Он по пьяни руки постоянно распускал. Вадим тогда только уехал, в техникум поступил. Колька школу как раз заканчивал и должен был на следующий год к Вадиму ехать. Дружили они очень, не просто братьями были, а прям совсем, друг за друга горой. Вздохнула девочка. Вадим приезжал каждые выходные, а тогда не приехал, не смог. Дороги замело, и автобус к нам сюда отменили. Как раз перед праздником это было, перед Новым годом. Толик этот, хахаль мамкин, напился в хлам и начал на мать с ножом прыгать. Не поделили они чего-то, как всегда, впрочем. Колька вступился за мать, тот и пырнул его в живот прямо. Пока скорая по сугробам доехала, брат умер. Не спасли его. Вадим так и не простил себе того, что не приехал тогда. Он считает, что брат умер из-за него. Вадим тогда последний раз в дом заходил, когда Кольку хоронили. Он Толика сдал. Тот на чердаке в заброшенном соседнем доме отсиживался, от полиции прятался. Мать ему еду носила. Вадька высмотрел это и в полицию позвонил. Помню, как он на мать орал, что она сына на этого променяла. Жутко это было. Девочка поежилась. Я тогда еще малая была, но Толика этого жуть как боялась. Сказал тогда Вадим, что если мать кого-то еще в дом приведет, то он и его закроет.
повод найдется всегда. И следующего закроет. В магазине тетке Надьке так и сказал. Посажу любого, как и Толика, кто в дом к матери войдет. Связи у меня имеются. А кто его знает, какие связи? Толик-то сидит. Сейчас я понимаю, что просто слова обозленного пацана это были. А тетка Надька по деревне их быстро разнесла. Она на это мостак. Люди и поверили. Толик-то в тюрьме. Вот материны собутыльники и обходят наш двор стороной. Она обычно где-то пьет. Дома только с соседкой, Катькой, да со Светкой и ее мужем иногда. Мужики ее к нам в дом ни ногой. Вадим так сказал, чтобы с тобой ничего не случилось, поэтому запретил матери мужчин приводить. Тихо спросила Алена. Да, он сказал, что пока не может меня к себе забрать. Говорю, что работает, некогда ему со мной заниматься, да и невеста у него не поймет этого. Лена взглянула на собеседницу и хитро улыбнулась. Я 9 классов окончу и в техникум буду поступать. Так Вадим решил, я с ним согласна. Спасибо тебе. Алена поднялась на ноги, она взглянула на озеро и на секунду залюбовалась пейзажем. «Красиво здесь у вас. Спокойно». «Да уж, спокойно», — хмыкнула та. «Только люди выезжают и выезжают. Делать здесь нечего, работы нет», — вздохнула Лена. «Передавай Вадиму привет». «А в каком ты классе?» — вдруг спросила Алена девочку. «8-й перехожу. Еще 2 года». А потом, наконец-то, я смогу уехать из этого ада. Никогда пить не буду. Вдруг сказала Лена с такой горечью, что Алена вздрогнула. Ей даже не представить, сколько горя довелось пережить этой маленькой щупленькой девчонке с пронзительными зелеными глазами. Алена возвращалась домой уже совершенно в другом настроении. Теперь она хорошо понимала, почему Вадим не хотел знакомить ее с родителями. Понимала и то, почему он не пил. Не просто не пил, он просто не переносил алкоголя, как и тех людей, которые им злоупотребляли. Не могла понять девушка только того, как он мог бросить в этой деревне свою младшую сестру, ведь с такой матерью ей явно жилось не сладко. По дороге Алена заехала к своим родителям. «Мам, пап, я передумала», — заявила она с порога. «Свадьба мне не нужна». «Дочь, но ведь я же говорил, оплачу все сам. Пусть Вадим не беспокоится». Отец пожал плечами. «Мне ничего для единственной дочери не жалко, принцесса моя». «Ты ведь хочешь мне добра, правда?» Алена смотрела на отца. «Тогда не влезай. Вадим гордый. Он на это не пойдет». Да и я вдруг прекрасно осознала то, что белое платье и ресторан – это вовсе не предел моих мечтаний. Спокойствие и взаимное доверие дороже. «Как скажешь», – нахмурился мужчина. «В конце концов, это твоя свадьба». «Тогда, может, с ипотекой вам помочь?» – вступила в разговор Лариса Дмитриевна. «На первый взнос». «Это можно», – кивнула девушка, думая о чем-то своем. День свадьбы приближался. Алена все чаще ходила задумчивая и грустная. «Ален, ты передумала выходить за меня замуж?» Решил пошутить Вадим, обнимая жену. «Что-то я тебя не узнаю». «Нет, не передумала. Но я хочу, чтобы на наше скромное торжество ты пригласил одного человека», — загадочно проговорила девушка. «И кого же это, интересно?» — подозрительно прищурился парень. «Мать не приедет, она занята». «А я и не хочу ее видеть», — пожала плечами Алена. «Мне хватило нашего с ней знакомства. Я хочу, чтобы приехала твоя сестра, Лена». «Откуда ты о ней знаешь?» — Вадим побледнел. «Мне нужно тебе о кое-чем рассказать», — начала Алена свое повествование. Вадим и Алена не устраивали пышный прием. Они расписались
и отпраздновали в небольшом кафе в тесном кругу. Молодые, лучшая подруга невесты с мужем, двое друзей жениха, родители Алены и сестра Вадима Лена, которую парень накануне привез из деревни. Вечер прошел весело, все хорошо отдохнули, получили массу положительных эмоций и прекрасные фотографии на память. Спустя несколько дней Алена повела Лену в магазин. Там они купили все то, что понадобится ей в новом учебном году, который она проведет вместе с ними, как и последующие. Вадим оформил опеку над сестрой, забрав ее у матери. Та, кстати, совершенно этому не препятствовала. Перед Новым годом Вадим повез своих девочек, как он ласково называл жену и сестру, в деревню на кладбище. «Я ни разу не был у Кольки на могиле», — тихо сказал он, отыскав могилу брата среди прочих. «Никак не прощу себе того, что не смог его тогда защитить». «Это не твоя вина», — обняла мужа Алена. «Наверное, судьба». Девушки постояли с Вадимом у могилы. С фотографией на них смотрел молодой симпатичный паренек, очень похожий на него, с открытой и спокойной улыбкой. «Идем». Алена потянула Лену за руку. «Подождем в машине. Им нужно побыть вдвоем». Первые снежинки падали на землю. На кладбище царили тишина и покой. У заброшенной могилки сидел молодой мужчина. Морозный ветер дул ему прямо в лицо, но он, казалось, этого просто не замечал. В его глазах застыли слезы, однако на душе стало гораздо легче. Сегодня он простил себя, а значит, жизнь продолжается. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.